легкое хобби в мире. Это интересно, вот это что ли? Вот это! Это самое легкое хобби в мире! А я вот сейчас пойду вот сюда, вот вперед, вот смотри, хоп, и... О, и нормально, о, так можно будет легко... Что? Что я развалился? Боже мой! Я что-то не знаю, мне кажется, что здесь не будет сложновато, поэтому я ухожу. Все, всем пока, все, до свидания. И что это значит? Ладно, еще раз попробую. Всем пока, все, я пошел. Не, ну так дело не пойдет. Это что, все-таки мне придется пройти? Ладно, папа, дочки, давайте вместе, а то я один не справлюсь. Недавно наш персонаж выпустил свое видео. В нем было целых 8 игр. И вы проголосовали за 2. Первая акула уже вышла. И второе, вот это радужное обе. Обе. Да, радужное обе. Поэтому... Раз вы проголосовали, то мы обязательно его сейчас пройдем. Кстати, оно очень классное, очень прикольно. Здесь радуга. Написано, что это простое обе, но оно не простое. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Все, поскакали. Ну, на самом деле, здесь вот он не прошел. Здесь на самом деле все просто. Просто вот эти штуковины перепрыгиваем. А теперь просто по ступенькам идем. И нас никто догнать не может, потому что ступеньки прозрачные. Быстрее беги. Очень, очень красиво, да? Ты любишь радугу? Да. Ариш, почему ты любишь радугу? Потому что это радужный цвет. Да, а почему он тебе нравится? Потому что из мультика Пони есть радуга, да. Почему мне показывает туда? Что это значит? И что же это значит? Вот, наверное, не сохранился, друзья. Надо походить. Пау-пау. Ну-ка, сейчас вернемся. А, вот сюда. Вот, нажал. Так, еще одна попыточка. Забираемся наверх. А у нас для тебя радужный челлендж. Если ты знаешь все цвета радуги, то тогда сейчас за 5 секунд подпишись на канал и поставь лайк под это видео. Поехали. 1, 2, 3, 4... 5! Все по лайкам мы узнаем, сколько людей знают цвета радуги. Стрелочка, да, показывает, куда нам нужно идти. Забегаем на чекпоинт. И все, идем дальше. Мне нравится радуга, потому что это радужный цвет. А, я по воздуху бегаю, какой кошмар! О, кошмар! Так, давайте прыгнем в воздухе. Фух, получилось. И сюда, есть, отлично. Так, а смотри, а здесь появляется только когда ты по ним бежишь. Бежим, и вот смотри, вот мы здесь есть. Вон тот чувак как будто по воздуху бежит. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Забираемся и сохраняемся, ура. Чувак, а ты как летаешь? О, это наш подписчик. Смотри, он летает. Да, наш подписчик, наша футболка летает. Прикольно. Какие-то то ли светятся, то ли не светятся. То ли есть, то ли нету. Радужная лестница. Радужные шарики. Поднимаемся наверх, чуть не сгорели. Вот об эту красную. Друзья, а задание у нас будет вот именно сейчас, в этом месте. Какая неожиданность! И его узнают только те, кто сейчас именно до этого места досмотрел, а скажет нам его Аришка. Какое вы знаете радужное животное? Пишите в комментариях, первые попадут в следующую серию, все получат сердечко от канала. Кстати, если вы пишете классный комментарий, любой классный комментарий, я все равно вам ставлю сердечко. Так что, все, давайте. А я где? А почему я ничего не вижу? Где же чекпоинт? Я упал! Почему? Фух, целый. Если долго на нем стоишь. А, вот на этой штуке. Короче, едем. Все, ребят, я встал, едем. Нас везет такси, нам надо просто как бы подпрыгивать, перепрыгивать всякие вот красные штуки. Да, и отходить. Столбики не врезаться. Вот едешь, едешь, и бац, врезался в столб. Да. Это очень грустно. Поэтому мы этого делать не будем, мы просто вот так. Серединку. Аккуратненько доезжаем до чекпоинта. Слушай, мне кажется, это лес, да? Да. Из Майнкрафта, да? А вот это вот грибы. Попробуем сорвать один грибок, да? Это бомба. Давай попробуем какой-нибудь другой грибочек. Бау! Я сделаю прыжок на грибок. Что будет? У-ху! Получилось. Ю-ху! Бау! Класс! Так, проходим сюда. Да, просто перепрыгиваем. На елочку, говоришь? Да. Давай на елочку. Елочка просто... Так, это мины, короче. Давайте так, мы прошли этот уровень. Все, мы уже прошли. Вот так вот все просто и легко. Аришка, смотри, сколько мы уже прошли. Мы вот там начинали, а потом здесь поднялись, чик-чик-чик-чик. Здесь проскакали, здесь по невидимым штукам, и вот уже мы здесь. О, нас сейчас отвезут. Отвезли сюда. А здесь нужно, наверное, прыгнуть.
Да любую вообще. Главное в палку не попасть, которая тебя... Уху! Прикольно, бадам! Крутая качелька! Сохранились. Там Это главное быстро проскакать, иначе как... Вот эта штука, которая крутится, собьет тебя. А здесь все просто. Поднимаемся. Прыжок, отлично. Сейчас перепрыгиваем. Ю-ху! Есть, отлично. Прыжочек есть. И сюда, чекпоинт. Все, очень просто. Это несложно. Хотя, знаешь, что думаю? Вот эти вот штуковины, Аришка, вот эти вот. Да. Это чтобы ждать, когда шарик катится. Ну, мы с тобой просто перепрыгнули. Да. Мы молодцы, друзья. А теперь, мне кажется, надо просто по вот этой радужной дорожке пробежать, и ничего не будет. Все очень... Ой-ой-ой, чуть не пришибло. Не просто. Все очень просто. И смотри, закрутилась дорога. Крученая дорога. Трам-пам-пам-пам. Проходим, подожди. И погнали, 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 погнали. Классно придумано. А, она есть, но ее не видно, ладно. Вот, добежали, отлично. Бежим, 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 бежим. Добежали, отлично. Бежим, 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 бежим. Добежали, отлично. Класс, класс, класс. Сейчас бы не грохнуться только, а то будет придется заново бежать. Получилось. А, здесь просто добегаем до чекпоинта. Есть, получилось. Бегающие дорожки. Радужные. Как раз для меня. Юху, есть. И запустили какой-то часовой механизм. Заходим и поехали. Во как. Главное, не свались. Во как выглядит со стороны этот механизм. Вот мы поднимаемся, а тут чувак летает. О, переходим, переходим в другую ячейку. Ура! И чуть не вывалились. И сейчас мы перейдем зеленую. В зеленую, да. Состыковываемся и переходим. Идем. Есть! И есть, сохранились. Ау! Ау! Нужно было просто ждать. Так, ну ладно, все, это просто лифт, ребят. Просто лифт. Едем на лифте, еху. Вот и все, проблем-то. Теперь на другой лифт. Че? О, вперед! Прикольно! Это не так, как было, да. А этот, наверное, как-то по-другому повезет. Поехали. О, видишь, в бок. Прикольно. А вот этот как нас повезет? Поехали, нам интересно. Еху! Вот так вот, дугой, короче. Едем, 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 едем. И чекпоинт, ура! Ладно, встаем на зеленую. Мы зеленые, встаем на зеленую. Отлично. А, это карусель такая, ребят. Воздушная небесная карусель. Так, нас уже там ждут, наш подписчик ждет на чекпоинте. Мы перепрыгиваем. Есть, сохранились, монетку взяли. И погнали, что у нас тут дальше? Бежим, бежим. Бамс, поднимается, расширяется, сужается. Теперь вон туда. Прыгаем, отлично. Так, она осторожно сужается. А, сейчас упадем, 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 упадем. А, нет, фух, повезло. И дырка. Есть. О, теперь машины, дороги, нормально. Такси. Эй, такси. Остановись, пожалуйста. Ребят, никогда не стойте на дороге, в неположенном месте. Да, друзья, всегда переходите только на положенных местах, да, на пешеходных на переходах. На пешеходных переходах или по светофору. Да, а по светофору только на зеленый свет. Все, а мы сохраняемся, мы дорогу перешли по правилам. Ага, сначала черно-белые. Черные. Прыгаем на черную. И на... белые. На белую. Турные. О, здесь какая-то долгая будет и штука. Белые. Она, короче, прыгаем. Они нельзя, она исчезнет, и мы упадем. Нет, мы не упадем. Да. Ну смотри. Вот, не упал. А вот он исчезает, и мы... Короче, получается по моей все-таки методике. Тут обязательно надо перепрыгивать на ту, которая вот сейчас загорается. Нельзя ждать. Танцует. Би-би-би. Да, чувачок танцует, но мы будем в конце радоваться. Что, что? За мной гонится красная стена. Красная стена гонится за мной. Есть, я прошел ее. А теперь вот такие штуковины. Тынс, тынс. Ну, тут все просто, друзья. Здесь вообще простая штуковина. Тынс, еще раз тынс. Так, ну давайте быстренько проскачем вот так. Тык-тык-тык-тык. Поехали. Опа, и мы уже здесь. Все, и теперь, мне кажется, здесь все просто. Забираемся, и все, мы прошли игру. Отлично. Отлично, всю игру еще не прошли. Я что-то не пойму, в чем здесь сложность. Я на всякий случай не останавливаюсь, а то вдруг что-то сейчас произойдет. Смотрим.
Нет, все в порядке, ладно. Теперь побежали по вот этой штуковине, тынка. А зачем бежать? А что, прыгать? Они исчезают, они, смотри, уменьшаются размерами. Чуть не упал, чуть не упал. Попрыгай. Фух. Да радужная дорога. Где? Вау. Ну-ка, посмотрим, друзья, как она выглядит. Нам сейчас, получается, на нее надо наступить. Смотри, как мы уже прошли. А, смотри, Аришка, знаешь, в чем фишка? Здесь ты сейчас, например, наступила и побежала по дороге, да? Бежишь, 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 чтобы добежать до туда, да? Да. Правильно? Да. Нет. А, ну да. Просто, ребят, здесь есть логически можно пройти этот уровень, не бегая по дорожке. Мы, знаете, как делаем? Подходим, подходим, подходим и наступаем. Все, мы никуда не бежим, нас сейчас просто довезет. Представляешь, если бы мы побежали бы, нас привезло бы не туда, нас бы привезло бы обратно. В начало, да. О, запустился механизм. Это пресс. Давай посмотрим, как он работает. Сейчас. Радужный пресс. Да, давайте проверим, как он работает, что произойдет с персонажем. Произошла неприятность. Облепешился, да. Папа, я Ариша. Это вы вообще что творите? Надо мной эксперименты проводите. Я, может быть, не хотел испытывать пресс на себе. Прости, да. мы нечаянно. Да. Я нечаянно. Да, ребятам же тоже интересно. Ребят, вам же интересно, да? Охотник желает. О, это радуга. Знать. Это типа голубой, да, синий. Где сидит? И фазан. Фазан. Да? А розовый как? Розовый. С розочками. Чекпоинт. Есть, сохранились и запустился. Смотри. О, ребят, так это двери в магазинах, знаете, такие есть, которые крутящиеся. О, да, да. Только я подозреваю, что их тут нельзя трогать. Я их здесь... Вот этот раз у нас будет точно нормальный. Бамс. Получилось. Все нормально, нормально. Бамс, сюда заходим просто. Так, поближе перепрыгиваем. Сюда. Да это вообще просто. Я даже не знаю, почему мы погибли. О, а это что такое? Ну-ка. Пау! Вау! Пружиночка! Радужная! Пиу! Чуть не промазал! Пиу! Есть! Сохранились! Лазеры! Какие-то лазеры. Лазеры. Ладно, бежим просто за лазером. А что, можно внутрь, можно нет, зайти? Нельзя в лазер попадаться. О, можно внутрь зайти, смотри. Чпокс и вышел. Не знаю, наверное, все по кругу оббегают, ребята, а мы внутри прошли. Вот такой хитрый способ. Что? Мы прошли уже? Ну, раз мы добежали, надо станцевать. Песенку бе-бе-бе. Давай. Бе-бе-бе-бе-бе. 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 Ёлки-палки, давайте посмотрим, что здесь давайте. Есть. Тут это есть шашки сыграть что? Можно? А где вход, я не понял. А спустись. Кто-кто в домике живет? Кто-кто в невысоком живет? Что за закрытое сообщество? Это тайное общество. Блин, а вот же дверь была. Вокруг дома побегал, ладно. Пожалуйста, пиццу нам, пиццу. Официант! Я так трудился, то с удовольствием бы что-нибудь съел. Тащите мне все покушать. Ну, что-то ничего не несут. Да. Она пошли, может, самим взять можно. Тащить, так, здесь полазить, полазить. О, открывается. Есть, милк, сосиски. Нельзя брать. Йогурт. Йогурт. Нету. Нельзя брать. О, печка включается. Вдруг там что-то о, есть. Мы что-то включили огонь, друзья, еще. Вот это да. Погнали, посмотрим, что здесь за фишки здесь. Есть. Подходим и флай, флай, флай. Красный. Я, что со мной, почему я? Убери. Я мордой о пол убери, катаюсь. Убери флай. Убери, подожди, не надо убирать. Я, смотри, это же прикольно, Ариша. Вот что это летать можно, ё-моё. Ну-ка, давай посмотрим, это может катапульта? Ребят, тут какая-то фиговина. Окей, гоу. Флай включили и зависли. Я летаю. Окей, окей, окей. Ничего не происходит, ладно. Телепорт. Телепорт, ну-ка. Так, щелкнем туда. О, вау. Стоп, 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 флай, 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 флай. Есть. На минное поле. Фух, ну хоть не к мине. Идем на радужную дорогу. Да все, все, ребят. Мы с вами прошли радужные паркуры. Это было очень прикольно. Кстати, в этом видео было задание, да, Риш? Да.
где-то видео, так что смотрите его полностью. Смотрите задание, отвечайте, получайте сердечки, попадайте в рубрику победителей в следующую серию. И, кстати, если вы не подписаны, внизу такая красная кнопочка, срочно по ней долбаните, по ней шлепните, чтобы она стала белой. Если у вас белая, то вы уже самый крутой, потому что все, кто на нас подписан, вы самые классные, мы вас очень любим. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.